Сегодня аким города Мавр Абдуллин представил нового акима района Астана. Им стала Дарига Исмагамбетова. Исмагамбетова Дарига Гизатовна родилась в 1975 году в селе Кобда Кабдинского района. Имеет высшее педагогическое образование. С 2013 года занимала должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области. А с 2017 года работала первым заместителем председателя областного филиала партии Нур-Отан.